все разные, веселые и классные, смешные и цветастые, идут спина к спине. В этом музее вы познакомитесь со своими рюкзапредками, а завтра расскажете о них на уроке. Вот это да! Так мои предки астрономы! А моя рюкзак-бабуся – богиня красоты! Ты уверена? У меня грация кошки и модные застежки. Что за малявки на поле битвы? Глазам не верю! Я нашел своих предков! Я такой же сильный и ловкий, как вы! Докажи это в бою, козявка гнома! Так... Сейчас... Не беси Рюгнара смелого. Нехило тебя предки наказали. Да зачем мне эти дровосеки? Я и получше найду. Во всем есть плюсы. Не каждый может похвастаться, что он один такой, ни на кого не похожий. Пойдемте уже на урок. Вы идите, а я догоню. Эй, не халтурить! Я не с вами! Я тут своих древних предков ищу! Предков? А я смотрю, знакомое лицо! Внучок! Вещь! В мусоре нашел? Точно наш! Эй, куда ты? Надеюсь, никто не узнает. Его любили дамы, потому что он был настоящим мушкетером. Мой прапрадед Рюк Август Великий. Теперь понятно, почему мы его сразу не нашли. Вы так отличаетесь. Замечательно. Следующая – Глория. У-у-у, мне дар предвидения достался от бабули. Не дрогнет лямка? Загляни в мои очули. Давай, не опозорь своего предка. Это позорный лжерюк. Он соврал про своих предков и стал посмешищем. Эй! Самую сильную нашли! О, очкастая! А вот и твой сосед по шкафчику! А?
видно, что ты внук своего прарюкзадеда Августейшего. Или как там его? Нет, Молли, я всех обманул. Я потомок мусорщиков. Подождите, так твои предки великие экологи. Они расчистили самый большой каньон на Земле. Ура! Я мушкетер-эколог! Подождите, а это тогда чей предок? Понятия не имею. Ладно, пойдем в класс. Ш-ш-ш.